Здравствуйте, дорогие подписчики и гости моего канала. И сегодня будет обзор на телефон Samsung. Модель SGH-C520, телефон 2007 года выпуска. В телефоне есть камера, разговорный динамик, дисплей, клавиатура, микрофон. Снизу у нас тут разъем под зарядку. Здесь у нас ничего. Здесь у нас тоже ничего. Здесь у нас кнопка громкости. Телефон поддерживает одну сим-карту стандартного образца. Вставляем сим. Да, ребят, вот эти Samsung, вот эти D840 и вот этот DOS, они утопленники были. Вон я их только что помыл, вам поставил сушиться. Да, вот 3 часа дня я их потом проверю. Они пока что должны хорошо помыться. Так, ну что, телефон я ставлю, батарею включаем. Samsung SGH-C520, это лучший телефон, вот с резиновой клавиатурой. Вот пошла заставка Fan Club. Вот Fan Club. Заставка. Телефон что-то просил. Вот загрузился. Заходим. Меню телефона. Первое у нас инфо, развлеки, погода, гороскоп, спекулание, музыка, игры, развлеки, картинки, новини та инфо, Киевстар, допомога. Выходим. Так. Журнал звонков. Пропущенные, входящие, исходящие. Удалить все. Продолжительность, стоимость. Выходим. Услуги сети. Переадресация, запреты вызовов, ожидание вызова, выбор сети, определение номера, закрытая группа. Выходим. Звуки, звонок. Sony Ericsson. Я такого еще не видел, чтобы в Самсунге стояла мелодия Sony Эриксона. Так, звонок, громкость звонка, тип сигнала, клавиатура, сообщение, сигналы при вызове, открытие, закрытие, крышки, выключил телефон, давай-ка я поставлю звук. Дополнительные, выходим. Сообщение, смс-сообщение, ммс-сообщение, паш-сообщение, сообщение, конфигурации, экстренное сообщение. Лаб-игры. Лаб-браузер, радио, игры, звуки, картинки. Удалить все, состояние памяти. Органайзер, будильник, календарь, время и дата, калькулятор, список дел, диктофон, конвертер валют. Выходим. Камера. Сделать фото, мои фотографии, состояние памяти. Выходим. Настройки. Мои настройки, приветственное сообщение, свой номер, язык, безопасность, дополнительные настройки, быстрый доступ, настройки соединения, клавиша громкости, сброс настроек. Выходим. Ну и все, вот такой был обзор на телефон Samsung SGH-C520. Кому понравилось это видео, ставим лайки, подписываемся на мой канал, нажимаем на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео, пишем комментарии. Ну и все, всем пока-пока, до новых видео и обзоров. Если какой-то из трупов включится, обзор сниму.